Тысячи поклонников хип-хопа следят за этим событием, затаив дыхание. Лучшие в мире танцоры брейк-данса стачивают подошвы, готовясь к одному из главных контестов. Сюда мечтает попасть каждый бибой. И все это крупнейшие соревнования по брейк-дансу Red Bull BC One. Из тысячи на танцпол попадут единицы. Представлять Россию сможет только один. Кто? 16 бибоев со всей России. Через два дня отправятся в Москву для того, чтобы определить это. У Ростова на отборочном туре двойные шансы. Всем привет, меня зовут Крит, я представляю команду Illusion of Exist, город Ростов. 10 лет в игре, южный брейкданс, свободный стиль, свои собственные движения, так не танцует никто. На этих соревнованиях Александр Ростов представляет впервые. Честность и самовыражение – его главные критерии хорошего брейкинга. Я не готовил программу, я на фристайле, все будет на ходу, как бы даже можно что-то в голове проиграть, как все будет, но на как бы... В реальном времени все решается, все по-другому может совершенно быть и как бы совсем пойти не так. Соответственно, на фристайле постараюсь удивлять своим стилем, своим как бы характером, почерком как бы. Противовес классика брейка и сложность движений, они не соперники. Танец ради танца, но на главные соревнования попадет только один. Red Bull BC One – мечта многих лет, Жень. Вот, честно говоря, я был в шоке. Я был на тренировке в этот момент, мне позвонили на мой номер. Я что-то такое слушаю, не понимаю, что вообще происходит. Потом понимаю, что это из Red Bull, и у меня просто шок. Я когда зашел в зал, моя девушка думала, что у меня что-то, кто-то умер. Потому что у меня такое лицо было очень... Я не знаю, там 100 эмоций было написано на нем. Свои эмоции он собирается показать и на соревнованиях, только на танцполе. У Жени нет определенного стиля. Свою манеру бибой называет универсальной. Когда ты танцуешь именно бибоинг, ты можешь делать разные движения в манере бибоя. И это все равно будет круто. Неважно, что это движение там из балета, или там из хип-хопа, или откуда-то, либо еще. Тем, опять же, мне и нравится брейкинг, что тут можно все. Нет правил, нет границ. И только ты, и танец, душа и музыка. И судьи, которые 20 мая выберут одного из 16 лучших бибоев страны. Мировой финал и главные соревнования фестиваля впервые пройдут в России в Санкт-Петербурге 26 ноября. А станет ли горячо на танцполе от южного стиля, узнаем уже совсем скоро. Я не еду туда побеждать, не еду как бы это, я еду показать свой стиль. И как бы себя, соответственно, но это не значит, что я не буду бороться за первое место. Я как бы буду бороться, и я могу как бы за это побороться. Просто моим самым главным критерием будет показать как бы в России, что можно двигаться и танцевать немного по-другому, не так, как все. Два парня, два южанина, которые попали, удостоились чести представлять себя и юг на этом фестивале. Это очень круто, очень круто. Я тоже рад за Сашу. И я желаю ему удачи. Я думаю, он тоже всыпет, он покажет себя круто. И мы прокачаем, покажем южный стайл.